Давай ебанем на немецком. Кстати, всем привет. Да нет. Корделия Астра. Коза Ностра. World of Tanks. Наш экран. Игров в очереди 200 человек. В игру в очереди, понимаешь? 200. Они все ждут. Ты его сюда пригласил просто. Да почему бы и нет? Чем больше сервер, тем лучше уже. Правильно? Чё, мама спит? Тихо-тихо-тихо, мама спит. Тихо-тихо. Чем больше сервер, тем он круче. Это как известно. Это общеизвестная поговорка. Это же, по-моему, сильвер, да? У меня ОБ? Да. Шестой ебучий, который я никак не могу апнуть до первой звезды. Попозже. Не хочу пока спать. Попова. Дай Попову, дядя. Дай чуть Попова. Че попозже? Поповал-то. Дай Попову ляжем спать. Да ладно, я маме сказал, мама сказала, ложись спать, я просто сказал, не хочу, попозже. Все не так. А? Все не так. Нормально общайся. Вкусненько. Попасть бы. Засекречен. Да, засечен. Засвечен. Фу, блядь. Два раза из двух. Да, блядь. По-моему, это 0 раз из 6. Блядь, люди сожрали картошку. Блин. А. Моя позиция обнаружена. Была плотка подвешена. Попаду. Я даже не выстрелил. Ахуй. Выстрелил бы, знаешь, для престижа. Как-нибудь. А то чё ты стрельнул никуда? А то стрельнул никуда, хотя для престижа бы стрельнул в воздух. Ты можешь твоего друга приглашать сюда? Я приглашаю. Блин, не кидайте чё. Ку-ле. Жака. Кули Бжака? Кули Бжака. Бжака, Жака. Бонусы 300%. Какой у тебя здесь самый любимый танчик? Не знаю. Прикольно, у меня одна восьмерка. World of Tanks. Техника Германии. Техника СССР. На Украине не на ком. Какие сервы еще, блядь? Взвод, случайный бой. ЛТТБ. ЛГБ. Советский, немецкий. Алло. Алло. Евгений, это вы? Алло. Евгений, здравствуйте. Ну все, тогда пойдемте. Да. Женя, если я играть не умею? Ты рак. Вот именно. Как я про это говорю. Чё, пойдём? Ну, бери танк. Ну, какого левела-то? 8-го. Ну, бери ты. Бери любой. Задрот 50 тысяч боёв, зато 62% попадания. Жень, как так? Вот так.
На 50 тысяч боев только позориться. Знаешь, 50 тысяч боев, это даже нажимать на кнопочку, блядь, столько раз невозможно, нахуй. 50 смотри тысяч просто, боев, блядь. Смотри, сравни попадание и вот эту вот статистику. Жень, ты какой-то слабый. Блин, у тебя мастеров зато больше еще. На 50к средуха это еще отлично, я тебе скажу. 1000? Средухи? Да. Так да. У меня тоже это еще 70 тысяч. А, я еще и спустил ее, это... А мне попаданий больше. Капитан Хинард, блядь. Бери танк! Бери танк, я подберу. Ты бери, что, я не знаю. Что, у тебя только ЛТшка и вся? Да, я хочу взять что-нибудь, денег нету, бомжик. Пофиг, поехали. Неполный боекомплект. Уметь бы еще светить, кста. Думаю, а танки будем... умерли еще в 2011, я тебе так скажу, мне кажется. Еще будем брать мне вторую отметку на КПЗ. Хочу на десяточку. Женя, сразу говорю, я не умею играть, это не мой аккаунт, и все. Подожди, а ты никнейм не менял? Он такой остался? Я? Ты? Нет, я купил аккаунт с ником и уже сразу кулебяка. Типа 6000 часов, он с ником кулебяка. Знаешь, он до сих пор плачет, наверное, что у него аккаунт украли. Так его восстановить несложно. Не, с другой стороны, я думаю, типа... Я слышал, что типа все взломы страниц, аккаунтов, они происходят, потому что люди сами... Люди сами пароль дают. Жек, я хотел купить, короче, аккаунт вот с этим вот справа мелким штучкой. И, короче, я на сайте забыл поставить этот танк вот этот мелкий. Ну, чтоб на аккаунте он присутствовал. Короче, и все, а я не купил. Мне 18 исполняется, я устраиваюсь сюда работать супертестером. Взяли бы тебе еще. Прикинь, на геймпаде играть в танки. Так есть. У меня, кстати, на Xbox танки есть. На консоли есть. Ну, у меня есть на консоли. А в КС? Прямо оплаченный. На руле. В КС на руле, может. Я на педалях играл. Были бы они еще. А почему? Ну сиди в Жигулях. Прикинь, VR в КС играть. А есть такая шняга. Я неожиданно хоть что-то бывает. Да, именно сама. Не, она именно с полностью отдельная, это КСК. Я имею в виду с обычными настоящими игроками, которые с компа, а ты просто будешь вот так ствол в виду вытаскивать. Такое хз, а вот именно через VR, где каждая играет, эту тему я видел. Я не умею играть, Жень. Бывает, чё. Ты думаешь, я знаю, что мы делаем? Кто тут учится, блядь, играть в танках-то? Зачем? Чё учиться? Я забыл, кстати, как тебя зовут. Меня? Это тогда свети. Да. Ну, как последнего Чего? Русского императора. Вон. Николай. Там все императоры, блядь, они или Александр, First или Николай. First Blood. Мне еще интересно, чей это был изначально аккаунт, то есть какой-то мужик с завода или какой-то школотрон с усами дебильными? Блядь. Да, наверное, мужик с завода. А школотрон аккаунт кому-то это. Сын его. А украл уже усатый школотрон. Не-не-не-не-не. Ему деньги были нужны на крокодила. И он украл батин аккаунт. Батя, да-да, дал аккаунт сыну поиграть, а сын чуть-чуть проиграл его. Как мне сделать так, чтобы меня не убили? Встань за камень. Не по Жене же стрелять. Да не Женю не трогай, ты чё? Уя. Подать бы еще. Да, с читами же так сложно. Да. Видишь, не попал. А как без читов играть? Не знаю. Не так пробовал. Же, не пробовал. Да-да-да-да-да. Не, в 16 году играл без софта. К тебе было 10 лет. Да. И первый раз в танке в 16 году зашел. А в КС как? Вот сюда вот встану. В 18. О, блядь. Надо. Засечён. Засвечь.
Блин, как бы поехать светить, чтобы не умереть? Мне же не видно так. Да, конечно. Кто мне ВК пишет? ВК светить важнее, чем танки играть. Там я не сплю. Не, я сплю. Ну блин, Вова не хочет в танки идти. Вова, ну, самый блин, Вова. Реально. Женя, ты умер? Нет. Блин, а я так надеялся. Я думаю, если бы он умер, тебе сказал. Да. Мне наследство должен оставить. Ты кто? Опа! Моя позиция обнаружена. Пиздос. Как? Угу. Ну давай сними хотя Евгешу-то. Чё ты, блядь, как не человек-то? Че? Сними Евгешу. Опа. Мастер-профессионал. Броня, брат. В понедельник пойдешь? Женя. Ты там фулфов какой, что ли, сидел? До сих пор, по-моему, фулфокс. Ты фулфок там сидит? Еще раз. Фулфоку сидишь? Да. Ты в понедельник идешь? Зачем? Действительно. Блин, десяточков. Пошли. О чем идти? Советской что-нибудь бани. Да ты говоришь немцев, брать теперь. Ну блять, это я говорил час назад, или когда там, полчаса. Капитан Андерсон, блять. Я в танках 10 минут только дохожусь. Какие полчаса? 10 минут, ну. 2016. Я тебе прям сейчас скрин кину, потому что ты 10 минут дохожусь. Почему ультрабоц? Не знаю, я там дефолтная какая-то позиция. Видишь? Чем больше сервера, тем лучше. Жень, бери танк. Я сам. Надо вам сделать отдельную касту танкисты, короче, нахуй. Японский танк, блядь. Тут японские есть. Блядь. Окно офигенное. Жень, время 2 часа. Мне родители через 3 часа встают. Мне родители через 3 часа встанут. Папа и папа? Мама и папа. Мама и мама? Мама. Именно. Кстати, вот ты смотри, если бы у тебя был выбор, жить в лесбийской семье или жить в гейской семье, то чего выбрал? Ну у тебя вот все, или ничего, или ты умрешь нахуй. А лучше 50 умереть. Ты монетку подкинул бы? 50 на 50. Нет, 50 на 50. Один папа, один мама. Нет такого варианта. Иди важно, я 50 на 50. Ты хочешь жить с лесбиянками или с пидорами? 50 на 50. Я просто хотел твои скрытые наклонности выявить. Я просмотрю, ты в танки играешь, думаю, нихуя себе. Женя, короче, все говорил то, что по девочкам сегодня что-то нифига не по девочкам. Кстати, на СТБшку мне нравится этот. Ух, красиво. Стилизация. Что за лев этот, тигр? У. Женя, а где метки? Где топорики? Какой ты тихий. Да, только бой начался, я сразу свернул приложение. Жиза. Вот бы, знаешь, всех, кто играл в World of Tanks, если забирают в армию, то забирают сразу в танковые войска, блять. Охуенно. Ты бы в танки начал играть? Не, наоборот, я бы их настолько обходил стороной, что, блядь, даже под дулом пистолета бы не стал играть. Я на тестировании... Родина мать зовет. Я в тестировании на военкомате поставил там
что типа. Что вы хотите ли вы? Мне напрягает. Хотите ли вы получить права категории C и D, солдат? Я, конечно, все поставил, чтобы быть водилой в армии, если уж заберут. А если заберут, то значит заберут. А заберут меня в 100%. Единственное, что меня спасает, это зрение минус 5. Суки. Как давай. Рулить? Да пли! Да что, давай, он за домом находится. Мне насрать. В фильмах там через три стены пролетает снаряд, еще и сквозь танк, еще и сквозь людей, еще и улетает. Жиза. Смысл вообще этой игры, если ты видишь танки противника? Даже в дефолтной. Даже без ВХ. Какой смысл? У меня нет ВХ. Я говорю, что у тебя нет ВХ, я говорю, что в игре изначально, блядь, видно. У меня им только. Вот так берет, блин, не успел. Я понимаю, если бы здесь не было видно противника. Ты, блядь. Вот так? Блин. Еще, где эта кнопка? Подожди, кнопку. Джек, на какую кнопку? Alt F4 вроде, пробуй. Нет. Блин, а на какую кнопку реально этот включается? Shift. Интерфейс. F1 или F3? V. Же, как ты это сейчас сделал? А, да, ну V. Во, вот это были бы интересные танки, натуре. А все равно видно ВХ, что за херня? Это не... Ну, это из-за того, что у меня мады на обводку танка стоит за стенкой. Просто когда, знаешь, изначально где находится противник, какой смысл вообще игры, блядь? Что-то странно вообще. Не играй, кто чуть запрещает. Да и зачем я выявил, что игру еще выиграешься? Жень, ты сколько урон нанес? Что, не, ничего. Ноль? Да. Хорош. Я почти так же бесполезен. А ты где? Я направо уехал. Может, вместо тобой проехаться. Сейчас я прям в башню пролетит. В противоход, с другой части карты. Да мне сейчас БК просто с первой. Автоматчики спешат. До свидания, кореша. Кто мне пишет? Ветер скользь вам. Я. В телеграме. Я. Лишь бы это было не Полина, блин. А Полина это все, это страх, смерть. Спокойной ночи, сладких снов. Хорошо, едешь? Да я... Тихо. Ты что, с женщиной общаешься? Я все разочарован. Если в танки играет, не говорит, то что с мужчинами должен общаться. Не, ну, только с мужчинами и желательно только в масле. И желательно голые. Ты попал? Надеюсь, я попал в дом. Кому-то хату снес, там кто-то жрал сидел, ты, блядь, устроил. Ну ты хотел, чтобы я через три стенки пострелял? Ну, не получилось. Должно было получиться. Почему у них еще ни одного танка не побит, у вас уже 4 сдохли. И один на грани. Охуенно. Это в одни ворота игра. Рикошет. Вообще не попал, да еще бы с этого. А что за рикошет был написан? На голде играю. Это если я попаду, то рикошет. Я на голде, я на ББшках играю. Не 4 голдовых снаряда только. Я на ими играю просто. Мы догадываемся. Хуярит там, блядь. И чё? С то, что я попаду, был 3%. И как? Смотри. Боль. Экран не пробит. Так у тебя 0%, зачем ты стреляешь по нему вообще? Не знаю. 52, ЕБ. 100. Ой. Все, пизда. Не поращай. Пизда. Ну это все квадратное. А вы вообще, подожди, у вас команда не собирается противника убивать, трогать вообще? Нет. Женя, ты, а ты типа самая невидимость, да, сзади тебя есть ТБшка, которая не хочет по тебе даже стрелять. А ты еще не светился. Прикольно.
прощай, получается. У вас команда вообще не хочет убивать? Нет. Зачем? А надо? А, то есть в танках не за этим ты находишься? Нет. Процесс просто. Ехать на танке. Порофлить. Кто-нибудь играл как-нибудь в War Thunder? Нет. Я тоже нет. Зачем мне играть? А были знакомы? Жень, на чем теперь пойдем? Зай, наверное, спать пошел. Все, наигрался? Да. Ну, давайте на этих закончим. Всем удачи, нахуй, всем пока, блядь. Ага.